Здравствуйте. Я расскажу вам, как автоматически синхронизировать все фотографии и видеозаписи с приложением Dropbox, чтобы они были в надежном месте. Для этого нужно в телефоне нажать «Все программы», выбрать программу Dropbox, настроить ее, если она у вас не настроена, вот, нажать «Меню», выбрать «Установки», выбрать пункт «Меню», загружать фотографии на сервер. И я рекомендую поставить опцию Wi-Fi only. Это означает, что фотографии будут автоматически копироваться, делать резервную копию, как только вы окажетесь в зоне действия Wi-Fi сети. После этого нужно нажать кнопочку «Включить», и все, настройка сделана. Рекомендовано мной.